Маскулей. Вечерняя прогулка, да? Не знаю. Да, идем гуляем, Скули. По нашему хутору. У нас уже закат. Мы идем за молоком. Мы молочко покупаем. Вкусненькое, домашнее. Вот идем. Это вот наша вторая сторона хутора. Это там, где вот я работала, туда мы с вами ходили уже. Отсюда, вот здесь мы пасем, а это мы пошли. Вот. Вот здесь мы едем на Геогинскую. Когда? По вот этой вот дороге и в эту сторону. Видите уже, какой хутор зеленый-зеленый. Красота. Да, закаты тут, конечно, чудесные. Анютка, привет! Привет! Настя, привет! Всем привет! Вот у нас даже детская площадка есть там. Это тут детки мои тут. С кем? С Ульяной. Все, пообнималась с детворой. Вот у нас площадка детская. Тут дети на карусельках, на качельках. А вот мы идем за молочком. Взяли. Молочко вкусненькое. Пока-пока! Ну вот такая у нас вечерняя прогулочка небольшая получилась. Гусей. Ой, гуси, говорю. Утки еще вон пасутся. У нас уже одуванчики. Вот они. Через телефон на них не подуешь. Через телефон не подуешь. Вот как мне ее сдуть? Коля, ну-ка сдуй. А, там. Да, подполола я тут ирисы. Немножечко так носу помогла. Вот смотрите, поляночку. Не пришлось косить у нас ее. Вон как хорошо они ее стригут. А эти вот цветочки плохо едят. Ну, зато полянку украшают. А вот здесь вот у нас трава. Видите, какая такая не очень растет. В основном крапива вот эта дикая. Какая-то она там. Как-то называется она. Крапива какая-то, короче. Вот этот цветок. Вот это. Вот здесь когда-то мы вот так загораживали вот это место. И там у нас были гуси. Ну, это было, наверное, года 4 назад. И вот теперь до сих пор, сколько уже времени прошло, а трава тут нормальная, так и не растет. Только вот такой вот бурьян. Они не очень его едят, этот бурьян. Ну вот пока она растет. Мы даже здесь и газонную травку пытались посадить. Она вообще первое время не росла, никакая трава. Так что вот так вот гуси-то гуси. Тут вот эти цветочки уже. Такие. Очень миленькие, очень они мне нравятся. Красотульки. Тюльпаны тоже все еще цветут. Флокс набирает здесь уже обороты. Одна главная сторона цветет, смотрите, как интересно. А это нет, но даже так интересно. Ну, тоже будет цвести все. Ну, красавчик тоже стоит. Около лавочки вот я тоже сделала камушками розочку. Ну все, пришли мы. Лай. Надо внимание ему, да, Яврик? Ух ты. А это у нас здесь такая вот оборонительное строение получилось. Это мы защищаем растения от Ники. Вот у нас Ники очень любит эти цветочки метить. Брунера. Вот видите, листочки черные. И вот он, где какой кустик, где какой цветочек. Он показывает, что это все здесь его. Он тут все хозяин. Это обрезали от 30-литровых бутылок. Таких пивных которых. И вот так сделали. Светло, свет попадает. Им хорошо, комфортно. И защищены от Никиных нападок. Вот приходится. Так что, если у кого такая проблема, вот берите на заметку. Очень даже удобно. Здесь вот у нас папоротник.
тоже удобно. Вот он у нас падает. Я не знаю, почему именно вот этот такой вот он большой. И вес не выдерживает, падает. И тоже вот так же делаем. Вот эти пластиковые бутылки режем. И вот оно получается. Как бы так вот. У нас еще тюльпаны цветут. Вообще большой, смотрите. Вот, по сравнению с рукой. Большой тюльпан. Вот этот вообще крупный. Видите? Он какой. Красивые тут папоротники. Красота-то. Три папоротника стоят, три тополя на плющихе. А цветочки уже вот какие. На глицинии. Вот они. А вот так нас всегда. Нас ждет Никуся, да? Когда мы куда-нибудь уходим. Вот так он нас ждет. Никусенька, зайчка ты мой. Мы пришли домой. Сейчас будем с тобой молочко кипятить. Ники, Ники, зайчка моя. Дай лапку. Поздоровайся с Наташей. Привет. Ну, да ладно тебе гордый вид делать. Привет. Привет. Ай ты мой красавчик ты наш. Привет. Ну, конечно, мы все команды делаем только за еду. Да, Ники? Вот еду ему давай, он тебе все тут выполнит. Правда? А? Красотулечка ты наш. Зайка. Кинесь маленький такой мальчик. Поздоровайся со зрителями. Ники. Ники. Он отвернулся. Посмотрите-ка на него. Ники. Ники. В цветах. Кто нас смотрит, помните видео, где я сажала капусту декоративную? И покупала грунт. Такой. Из бюджетной дешевой категории. И вот я больше такой ошибки, друзья, делать не буду. Вот они у меня цветочки. Еле-еле, в чем душа в теле. Вот он, вот это вот капуста павлиний хвост. А это какой-то там голубь такой пурпурный. Вот она у меня вся хиленькая, слабенькая. Все-таки я грешу это на грунт. Я их уже пикировала, пересадила с горшка, с общего. Маленькие горшочки не хотела пересаживать. Думаю, они у меня и так, думаю, пойдут. Но не тут-то было. Ну, вот я их, не знаю, уже и подкармливала. Ну, что-то выживет. Ну, очень хилые. А сейчас хочу показать. Я посадила. А это у меня рассада. Купила я грунт хороший, не дешевый, и посадила вот те же самые семена, но здесь еще другие. Сейчас покажу, какие я еще семена посадила. Подкупила я еще семена, хочу посеять семена капусты декоративной. Вот эту я заказывала на Валбересе. Вот такую я купила. Ну, я уже показывала как-то в предыдущих видео. Это я купила у нас на рынке. И вот такую еще одну купила. Там мне что-то зашли нормально, дружно. Но где-то штучки три почему-то погибли. Купила я другой грунт именно для рассады, который получше качества. Тот я брала в Светофоре, но что-то там, когда он уже подсох, уже все такой рыжий. Видимо, что там много сильно торфа. Ну, в общем, буду вот, хочу пересадить еще раз. Уж сильно она мне понравилась в том году. Ну и вот эту вот кочку, там написано в грунт сразу сеять, но я все-таки ее посею в емкость какую-нибудь. Ну, а там посмотрим. Потом лучше пересажу. Ну все, займусь я вот этим делом. Садить. Я думаю, что еще не поздно. И вот так вот. Это когда было, они у меня перегнали уже те. Семена начали уже пускать листочки настоящие. Можно уже тоже будет их пикировать. Вот, так что от грунта очень-очень-очень даже зависит. И теперь я такой ошибки делать не буду. Буду лучше переплачу, куплю грунт
такой достойный. Так, а это у меня овсяница. Я ее сажала. Вот такая вот, я уже показывала. Сейчас я покажу. Вот она, да, овсяница. Такая будет. Я не знаю, даже правильно я ее посадила, неправильно. Но что-то вылезло, какие-то там волосёрочки. Буду ждать. Ну, надеюсь, это у меня уже вырастет. Рассада достойная. Ники тоже мне тут помогает. Ники, ты тут весь плед собрал? Давай вот так подправим. Вот. Это у меня тут защита тоже от Ники. У меня везде защита от Ники, где только можно. Он же у нас, как если какая кошечка во дворе пробежала, какое что, он скорее бежит. Даже не смотрит, что там под его лапками. Да, Никуська? Ты мой хороший. Да. Ну, ты лапку-то дашь? Привет передашь зрителям? Привет. Дай лапку. Вот, молодец. Вот, он передает всем зрителям нашего канала большой-большой огромный привет. Спасибо, Никуська. Дай другую лапку. Другую. Вон ту, дай лапку ту. Дай. Другую, дай лапку, другую. Ну, дай. Дай лапку другую. Дай. Вот, молодец. И другую лапку, да. Умничка. Давай подправим. Вот. Это у нас тут так все застелено. Это Ники тут у нас хозяйничает. Его место, да? Никуська. Ну, вот такой вот у нас, друзья, вечер. Пойдемте сейчас молочко прокипятим. Молочко я процедила. Посмотрите, какое оно желтенькое. Красивенькое. Жирное вообще, хорошее молоко. Ну, сейчас поставлю кипятить. Это моя любимая пенка. Может, кто-то и поморщится. Но я ее обожаю. Снимаю в кружечку и съедаю. Как-то так.